Всем привет, друзья! С вами Артём, и сегодня мы осмотрим игру под названием «Казаки 3». Маленький, так сказать, экскурс. Это игра моего, так сказать, детства, моей молодости. И мы играли в нее с ребятками даже в компьютерных клубах. Что же из себя представляет данная игра? Это реал-тайм стратегия, в которой вы управляете, одной из наций. Сражайтесь друг с другом, и, соответственно, запомнилась нам своей масштабностью, потому что, все, в принципе, увидите сами. Давайте кампанию, прям как стать генералиссимусом, прям первое, да, выбор кампании. Пойдемте посмотрим. Сорвать вражеские планы. Вы молодой дворянин княжеского рода, бла-бла-блашечки, поехали уже, пора нагибашечки делать. Делать нагибашечки, делать уничтожалочки. Так, ну что, друзья, пожалуйста, ждем. Нас встречает такой казачок, да? Эх, ох, хорош. Ну, я честно говорю, ребят, на самом деле, кто не знает, данную игру выпускают те же самые люди, которые делали Сталкера. Та же самая компания. Поэтому давайте покупайте эту игру. Потому что ваш любимый Сталкер тогда, может быть, выйдет. Я как бы... Не рекламирую, парни, а то сейчас начнется в комментариях бомбело. Так, загрузочка пока у нас происходит, мы с вами о чем-нибудь еще поговорим. Ни о чем мы не поговорим, загрузка произошла. Так, позвольте поздравить вас с назначением командиром полка. Уверен, вы понимаете, какая честь, какая ответственность. Ваш полк будет расквартирован в моей крепости. У меня есть здание для вас, но сначала я предоставлю свои арсеналы. Ваше полное распоряжение. Берите, что нравится, вооружайте своих людей. Когда закончите, пожалуйста, подойдите ко мне, и мы обсудим вашу первую задачу. Так, окей. Значит, мы кого? Так, через Shift. Нет, не через. Через Ctrl на бесконечность. Через Ctrl на бесконечность. И вот так вот. По очереди бы строится. И выход сюда. Все сюда выходим. Мушкетлоны там строятся пока. Так, ребята, сюда. Смотрите, зажав правую кнопку мыши, мы можем строить, ребят, как хотим. Так, он у нас является не только кавалеристом, он еще у нас и крутой мужик, который может делать расстановку. Давайте поближе посмотрим на по графике, да. Конечно, с тех времен многое что изменилось. Ну, опять же, ребят, называю, что это стратегия, и все-таки... Гляньте, координат какой смешной. Что с лицом, братишка? Что с лицом? Господи! Так, окей. Собираются у нас войска. Надо побольше собрать. Та-та-ра-да-да-да-та-ра-дам. Так. Ворот у нас, выход сюда. Ну что, я думаю, сейчас мы все посмотрим, ребят. Пока давайте понаслаждаемся видами, да, которые здесь открываются. Это у нас здание, так понимаю, главное. Ну, то есть, где крестьяне делаются. Так, это у нас... О, кавалерия! О, ребят, кавалерия. Давайте кавалеристов. Прям нафигачим. Так. Диверсионных и драгунов всех. Так, и давайте грейдиться, сразу грейдиться, ребят, грейды важны. Так, а ну вот, смотрите, тут еще можно сделать, тут еще есть кавалерия. Все сюда, грейд прошел, отлично. Выковать новые плаши и сабли, сила удара кавалерии на 5%, отлично. Отлично. Так. Вы получили должность. Так, это вступление. Вы проиграете, если главный герой погибнет. Соберите солдат и говорите, генерал, когда будете готовы. Погодим. Так, наш где карасир? Вот он. Так, ну что, что у нас там, друзья, далее? Не знаю, насколько большую армию. Ну, давайте поговорим, пойдем. Пусть армия собирается.
Кажется, турки затаились. Или они заняты на главном направлении. Или что-то затевают. Будьте добры, разведайте местность. Если попадутся турки, их будет меньше. Разите их и пытайтесь взять пленников. Начните, пожалуйста, с деревни возле города. Прежде она снабжала эту... полк продовольствия. Окей. Так, ну что, выходим. Стройсь! Ой, нам пикинёры нужны срочно. Есть у нас? Так, сейчас выстроится все. И мы прикажем принять оборону круговую. Так, встали. Ну и что он не... Построится в каре. Так, еще раз, кирасир, каре. Не хочет устроиться в каре. Тогда, где? Вы идете вперед. Попробуем. Итак, с атакой. Вперед! Рано радуйтесь, гяуры! И если золото упадет в грязь, оно не станет бронзой, и вы не сможете поставить мощи наших войск. Урожай из этой вонючей деревни накормит нашу великую армию. Скоро обозы и крестьян перенаправят на пароме. Вам никогда не перейти реку. Противно слушать поганца. Трусливые собаки много брешут. А паромная переправа находится в конце дороги, ведущей на юг деревни. Наверное, они туда повели жителей. Можно попробовать их догнать. В погоню! Огонь! Иди, кирасир! Сэр, кирасир! Уходите! Сэр, кирасир! Войска! Подтягиваемся! Баба! Какая баталия у нас вышла! Не очень хорошая, так. Атакуйте! Атакуйте по всем направлениям! Так, это ты сколько убьешь, не? Непонятно. Так, сюда беги. Где войска? Что встали? Что встали, мои грозные рыцари? Так, стоп, вы захватить. Вы захватили. Все, отлично. А потом shift сюда. Сейчас мы соберем войска. Кирасир, за нами, сэр. Сударь, за нами. А здесь, кстати, стоит наш этот... Так. Стройсь. Стройсь, ребята! Жалко, здесь нет кнопки собрать все войска. Стройсь! Выдвигаемся! Выдвигаемся, ребята! Эй! Эгегеюшки! Почему кирасир не может применить свою способность на то, чтобы их вести нормально? Не, Христи, еще на этом берегу. Скорее, пока они не ушли. Атакуем! Лошадей сейчас повалят. Что не атакуете-то? Ну
Блин, я выключил атаку, короче. Мы сейчас очень много народу потеряем. Пока остальные силы будут выходить. В атаку! Мочи, козлов! Вот так. Спасибо, ваше милости, что спас нас от турецкой неволи. Мы уж с жизнью попрощались. Не ссы, бродяга, не ссы, мы здесь. Беру на себя смелость утверждать, что мы еще можем их перехватить на том берегу. Главное, чтобы они дошли до какой-нибудь крепости и не спрятались там. Кто умеет управлять посудиной? Кто умеет? Я умею, какая наша? Встала посудинка. Так, тут еще ребята вышли, глянь, а. Так, это крестьяне уходят, окей. Паром причалил, заходим. Ребят, для того, чтобы паром надо причалить, надо его кликнуть на берег. Так, лошади скачут. Нам надо куда-то сюда прорваться, да? Давайте пока они идут, наши войска, да? Вторая часть. Мы, соответственно, высадимся на этом берегу. Так, ну почему дом не захвачен? Ну да ладно. Так, сударь, в поле. И вы в поле. Ну, кирасир просто остается здесь пока. Так, почему не высаживаемся? Давай. О, божечки мои. Выходите. Высадка проходит. Войска идут. Готовимся. Подходим. Уступаем место остальным. Да, Навертер, пусть подавятся этими обозами. Они добежали до крепости, теперь их не выковырять. А мы можем осадные построить, нет? А, смотрите, второй стоит. А, ладно, осталось чуток. А, я раздавил двоих, блин! Короче, ребят, не забывайте то, что полностью надо, чтобы они сошли. Строимся здесь. Войска, подходим. Ну, причалил. Садимся. Садимся, ребята, садимся. Сейчас будем атаковать. Мы готовы. Атаковать, ребятушки. Та-та-та-там. А-а-а, раздавил. Короче, пока анимация посадки не проходит, не отплывайте. Вон там трупак должен быть. А, нет. А вон, вот он лежит, бедный. Не успел сесть на борт, хотя по лодке уже шел. Ну да ладно. Будем считать, что так и задумано. Так. Высаживаемся. Тут еще подкрепление. Отправим кирасиру. Где наш кирасир? Вот он. Вот сюда. Подходим. Не стесняемся. Не будьте такими скромными, барышни. Так, вроде все вышли. Так, построиться! Армия готова. Конечно, нужен был кирасир. Ну ладно.
построение сделать. Сейчас кони вперед побегут. А, держать позиции. Держать позиции. Так. А, понял. Я думал, что это держать позиции с точки зрения. Ладно, двигаемся, двигаемся. Так, а по воде вы можете ходить, не? Не можете, да? Так, ну что, враги готовы. Что-то у нас, кстати, мало кавалерии. Ну да ладно. Будем надеяться. Я знаю эту крепость, она старая и в неважном состоянии. У берега реки совсем не укреплен. Не сочтите меня безумцем, думаю, можно зайти на пароме. Куда зайти на пароме? Ты сбрендил, нас сожгут. А где ему высаживаться будем? Да. Второй давайте подгоним сразу. Так, док не наш. Почему нельзя атаковать? Ну ладно. Стройсь. Паромы идут. Сколько у нас человек получается? Ну, на два парома должно хватить, да? Ну, если что, тут еще есть войска. Так. Вот так его поставим. Впереди. Так, ты сюда. Ты сюда. Ты что, сюда? Заходим. Отлично, так. А чё ты не высаживаешь-то людей? О! Погнали! Пока они садятся... Мы... Вот так. Так, готовим, готовим высадку. Они не видят нас. То есть вот так вот, да? И второй паром. Высадку произвести. Режь их! Второй паром, короче, приняли. Помогайте!
Ага, в ловушке! Вы в ловушке! Режьте, парни! Долби! Вот так вот, нормальненько. Охваченный ужасом, турки решили, что им не удержать крепость. Не желая отдавать ее склады в ваши руки, они подожгли их. Тысяча чертей! Так, нам удалось выяснить, что турки готовят наступление, они запасаются провиантом и боеприпасом, а также стягивают войска, границы опираясь на сеть крепостей. Нужно захватить эти крепости. Небольшой, наибольший интерес для нас представляют 4 турецкие крепости. Две западные, их охраняют переправы, северо-восточные снабжают туркам боеприпасами, на юго-восточной располагается турецкое командование, бла-бла-бла-бла-бла. Так, давайте посмотрим на эту базу. О, хорошая, ребят. Здесь большой контингент войск. Так. Здесь у нас все строится. Мы движемся сюда. Паромы. Паромы здесь не пройдут. Но нам нужно собрать войска, поэтому... Все на паромы. Как они исчезли, это быстренько, да? Нет ли у нас... Воу! Атаку! Я не заметил. Вали их, парни! Кирасиры, уходите. Сэр, сюда! Да откуда вы вышли? Еще идет наступление, смотрите, ожидают, похоже, или нет? Мальчики мои, что же тут происходит-то? Так, срочно выдвигаемся сюда. Вы подтягивайтесь. Ребята, это было подло с их стороны. Это было очень подло с их стороны. Эти подлые турки. Ладно. Наш контингент еще движется к ним. Так, нам надо высадить ребят здесь. Господи ты, боже мой. Так. Данная армия. Выходите. Только не говорите, что опять придется на пароме плыть. Так, ну здесь мы на пароме не пройдем, кстати. Чуть башни сторожевые. На вот в эту сторону, ребят. Вот сюда. Вот так вот. Бегайтесь. Паромы. Еще крестьяне. Так, давайте сделаем Ctrl-1. Ох-ох-ох! Шмаляют. Да отходите вы от края! Строимся! Милость ваша. Так. Ну,
собирайте еду пока. Так. Паромы нам нужны здесь. Да, ребят, эта серия будет долгой. Потому что пока придут паромы, мой штурмовой отряд уже... Так, в кузнице. Грейды надо делать, ребята, грейды. Так. Делаем грейды, ребятушки. Ага, вот у нас есть офицеры и барабанщик. Академия нужна. Сударь. Нам нужна академия. Так. Грейдимся, грейдимся. Паромы, вы чё тут? Опухли, что ли? Так, фехтование закончено. Грейдимся, отлично, продолжаем. Что вы, паромы глупые, да нельзя, ребят. Просто тупейшие паромы. Можете сюда пройти? Нет, не могут. Они не могут пройти, вот там что делал, все, я понял. Так. Мы их под один и пойдем наверх. Окей. Так, что у нас там с академией? А, ну надо прокачаться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Так, нет, у нас их нет. Так. Стой, кто идет? Вроде христиане, на чем проделали вы так? Какие-то ребятки, ребят, да? Так. Что ты скажешь? Ничего? Нет, надо кирасира вести. Где кирасир? Так, а вы пока двигайтесь дальше. Куда это ведет? Леший его знает.
О, господи, что-то армия у меня большая. Не влезает. Так, ну мы вброд перешли реку. Реку вброд перешли. И уже готовы к штурму. Ага. Кирасир там идет. Так, а вы, значит, построитесь вот так. Так, грейдусики, пошли дальше. Раз, раз, на атаку пока, да? Извините, наша милость, неприятливость. Тут сейчас турки шатаются. Мы должны чеку, вот мимо наша деревня обходит стороной. Только уж, ваша милость, не посылайте их на смерть. Хорошо. Еще одна. А. Турки! Так, вы. Подходите. Кирасир, за квестом. Так. В атаку! Надо было всех дождаться, ну ладно. Здесь подкрепление, подкрепление побеждает, ребята. Наше подкрепление побеждает. А вот тут, кстати, все не очень хорошо. В атаку, друзья! Отступаем, мы не готовы. Отступаем. Мы не готовы. Войска передислоцировать срочно. Так, что нам нужно? Нам нужно стенобитное орудие, друзья. Потому что иначе мы не пробьемся. Так. Осадные есть. Конюшня, кузница, казарма. Так, ну пойдемте вынесем их армии. Можно как-то отдалить это все? Я не знаю. Пейджда. А он? Нет, пейджап, нет. Хоумэнд. Оу. Это начало карты. Так, ладно. Вперед! Так, ребяточки, был вынужден немножко прерваться. Так, все помогаем. Как вы думаете, что там? Ничего не видно. Это главное логово врага. Отсюда не распространяют набеги. Нам без пушек не взять крепость.
Давайте разделимся. Они закрыли. Ага. Ломаем. В атаку. Так, может, теперь мне можно строить пушки? Это башни. Так, а где пушки строятся? Может, в академии? Так, ребят, помогите ему, он бедный, дом один строит. Сейчас нас разбирают, самолет. Ты что встал? Помогите пацанам, отступаем! Отступаем! Огонь, огонь, огонь! Давайте, давайте, пацаны! Так, академию построили. Так, ну я почему-то не могу строить. Здесь технологии всякие. А где же мне пушек-то взять? Я уверен, что вы можете устроить засаду. У меня войск-то нет, засаду. Так, возвращаемся. Господи, все войска разрозненные. Иди сюда. Так. А, захватили угольную шахту. Нормально. Турецкая башня стреляет. Ну, чем ее бить-то? Не понимаю. Ладно. А, вот они, пушки-то. Вот пушки. А как их забрать? Мортиры-то. Ну, ладно. Сюда стрелки. Еще стрелки есть у меня? Остались? Сюда. Конники. Сюда. Так. Мушкеты. Сюда. Так, вы.
сюда. Войны. Турки выдвинулись. Сир. Отходим. Так. Ох, что-то какие-то эти начались. О, коварство, пожиратели свинины. Иншалла, мы доберемся до вас, отрежем уши. Огонь! Какие лаги пошли, ребят, не вспомнил все. Вперед! Расстреливают мужики. Так, где мой лидер-то? С нас довольны, наступайте к дьяволам. Даже турки невольников берегут больше, чем вы, солдат. Пошли вы. Так. Где? Мы захватили турецкие гаубицы. Ага. Подходим. Я, куда? Догнать? Догнать! Так. Все, догнали, отлично. Так, возвращаемся. Сейчас надо распределить все это. И войска собрать. Маркет килд. Хорошо. Герб полковника, слышу большие планы. Спасибо, но сейчас нет времени. Так. Нам нужно гаубицы подогнать, да? Так, потом вы. Кто еще у меня вот стоят? Вот. Вот, ребят, стоят. Вот это армия, блин. Так, ладно. Сюда. Твою ж медь! Неожиданно. Так, что там осталось? Так, вы и вы. Будьте Ctrl 2. Так.
помогайте. Так. Вперед в атаку. Ctrl 2 вперед. Едем. Бомби, бомби. Ctrl 1, построиться здесь. Ну, сейчас своих накроем. Накрыли. Ну ладно. Ctrl 1, да стройтесь. Чего вы встали-то под огнем? Своих убиваем. Долго же это будет. Ребят, длинная серия получилась. Откуда стоит залпы? Так, не понадобится. Так. Подобраться, мортиры. Пушки, мортиры, подобраться поближе. Я надеюсь, что ничего на мне не уничтожит сейчас. Так, 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 так. Гаубица, давай. Ну? Вы едьте. Ломай ворота. Один. В атаку. Погнали, погнали, ребята. Ломай ворота. Мы захватили шахты. Отлично, выдвигаемся дальше. Строимся, строимся. Все хорошо, пока у нас идет. Войска строятся для того, чтобы отбить атаку с фронта. Тут стоит парнишка, тут стоит. Так, а захватить-то надо, не надо? Два, shift, Ctrl 2. Строимся. Бегом, помогайте. Так. Давайте стену ломать тогда, чё, если это так долго.
А, вот это побыстрее штуку ломает-то. А эти кривые, как я не знаю что. Что, так долго перезаряжается? Еще добавим, ребят. Сюда. Будем считать, что захватили, ладно. Мимо. А эти сюда не стреляют. Ну будет залп, нет, Сонь? Да ёперный театр, а? Я тут стены замучаю сломать. Ну, на самом деле, слишком, конечно, долго ломаются стены. Сел записать коротенькую серию, ребят. Сел записать, чтобы посмотреть. Так, ну что у нас здесь? Ладно, давай одну. Давай. Ну дай залп хороший, один. Хорошо. В атаку. Вот такое попадение. Уводим. Хотите сказать, нас разложили? Да, нас разложили. Турки нас разложили, ребят. Отходим. Отходим. Мортиры, все, отходим. Да! Нас в бою-то разложили. Вот это да! Вот это да! Бой-то проигран. Ага, они в наступление идут. Так. Я надеюсь, мы встретимся с ними. Хотя вряд ли. Ну ладно. Не, ну по факту, то вот сейчас мы их примем здесь. Но у них еще вон сколько. Да. Тяжко тут.
Надо грейды, наверное, делать. Так, ребят, строимся. Строимся. Нет, строимся тут, перед входом. Подходим всем войсками. Ну, по башне они, благо, попадают. Отступить. Отступить. Лупасим. Грейды. Так, прокачиваем, прокачиваем, ребят. Стреляет по нам башню. Ну побыт, но вот здесь пронесли. Ладно, ломаемся. Ну что ж, ребят, это штурм будет, наверное, последнего уже замка. Сейчас, когда пробьем стену, потому что и так очень долго, конечно. Жалко, мартыр не стреляет по области, я бы сейчас дал. Но это дело для того, чтобы издалека не видно. Не, ну послать их сейчас, это, конечно, убой. Подвижу, подвижу.
Да, мартиры так, слушай, набойное орудие, конечно, можно, наверное, здесь его улучшить. А это падла мимо промазала. Да, да. Погнали наши городские, хрен с ним. Погнали, ребята, погнали. Летает. Руби, руби всех! Так. Мы можем лить пушки самостоятельно. Отлично. Так, вот сюда. Подходим, подходим, не стесняемся. Так, ну в принципе я все пробил. Войска движутся. Ну что, ребят, попробуем осадить еще разочек эту крепость. Блин, у них тут, конечно, уже порядком, порядком. Ну и мы, конечно, не лыком шиты, мы более надежно подойдем. Так, ребята, строимся. Но нас что-то маловатенько. Еще идут там, конечно, войска, но... Ладно, давайте дождемся. Я думал, что последнюю крепость вам, но, наверное, это тоже покажу. Так. Не хватает нас золота, ребятушки, уже на апгрейды. Ну ладно. Грейдим как можем. У нас поблизости нет золотой шахты, да? Не косипорила с экономикой. Ребят, интересно. Ой. Срочно перехватить. Еще отряд идет. Хорошо, что они вышли, кстати, гарнизон.
Гони их, парни, гони. Бум! Ну-ка, рубани-ка их. Так. Единичники, строимся. Здесь. Оп. Один. Так, теперь вы. 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 Так. Стройся. И... Вперед, бой! Ну, дойдем, не дойдем. Уж мощные какие-то ребята. Ну мы этих должны уже погнать, потому что мощных ребят не осталось. И наши уже вновь смуты выкрыли. Пришлось, что пушки наши последние не подъехали. Добиваем, добиваем, ребят. Никого не упускать. О, застряли, ребят, смотрите. Мы такие, мы сражаемся, мы бойцы, мы молодцы. Замечательно, мы сокрушили главную турецкую крепость в округе. Наш... Так, турки окончательно дезертировали, не мог оказать сопротивление. Ура! Победа! Победа! Мы полностью расстроили все планы турецкого паши. Молодец, Артём! Виват! Escape для выхода. И дали кученику ачивочек. Что ж, ребяточки, всем спасибо большое, что смотрели. Казаки 3 очень крутая игра, поэтому такое длинное видео, я не мог остановиться. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, лайкусики ставим. И до новых встреч, друзья! Пока-пока!